посмотрим, как я купил BMX. Посмотрим. Смотрите, у меня вилка Фэйси. Рулевая Фэйси, рама Фэйси. Не покупайте с большой звездой. Я купил с большой звездой, я его потом в следующем уроке поменяю. Не покупайте вот. Сейчас помню. Шитуны. Не покупайте. Вот такие шитуны покупайте. И профессиональные. Потому что шитуны кочерга за месяц может сломаться. Вот грипсы мои. Я потом поменяю, куплю. В следующем уроке буду показывать, как я научился делать банник и дроп. Всем пока. С вами был Играйдер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.